лучами яркими меня манит, туда, где среди гор река бежит, где лес дремучий тайны охраняет. Вместе с друзьями мы нигде не пропадем, и с радостью мы приключений ждем, бед не боимся, вперед мы идем. Мишки и братишки в поисках тигра. В предыдущих сериях Кристи обнаружила потайную пещеру, полную светлячков. Однако в пещере жили не только они. Кристи защитила светлячков, и в благодарность они вывели Кристи к развилке на пути. И она нашла выход из пещеры. Коварный Моррис. Кристи! Бриар! Ответьте, ну где же вы? Бриар! Мы тут уже 100 лет бродим. Здесь вообще есть выход. Погоди, Вик. Ты вроде бы говорил, что сможешь найти его. Ты вообще-то гид. Ты должен знать, куда нас зовет. Я не знал, что будет так трудно. Ни конца, ни края. Бриар! Эй, Вик! Не смей ко мне подкрадываться. Слушай, мы с тобой можем искать тигров вместе. Стой, Вик! Сам подумай, мы поделим деньги, и ты будешь бесстыдно богат. Я не предам своих друзей, Моррис. Эй, что стряслось? Впереди тропа обвалилась. Обвалилась? Да. Надо взглянуть. Да, ты прав. Как же мы пройдем дальше? Вик, смотри! Вдоль стены уступ. Эй, минуточку. Вы же не хотите по стеночке идти, правда? Это же опасно. Интересно, где Бриар и Кристи? Похоже, другого выхода нет. Придется идти туда. Угу, согласен. Была бы у меня карта, меня бы здесь не было. Плохо дело! Помогите! Моррис? Рука застряла! Сейчас, держу тебя! Получилось! Вот что, Моррис! Стой, где стоишь! Вот! Что? Спасибо, ты мне жизнь спас! Не такой уж ты злодей. Эй, Вик, пошли дальше. Надо найти Бриара и Кристи. Я добуду карту. Как больно. О, спасите! Что это такое? Череп-призрак! Бежим! Скорее! Бежим отсюда! Он возвращается! Тупик! Ааа!
Отстань! Отстань от меня! Что ему от меня надо? Отстань от меня! О, я знаю! Что? Что? А? Эй, иди сюда! А? Лови! А? Летучая мышь, ну и страх. Я думал, это призрачный череп. Она, наверное, голодная, а у Вика в рюкзаке фрукты, вот она и гонялась за ним. Мыши! Отстаньте! Отстаньте! Не бойтесь меня! Ой! Бежим! Мой рюкзак! Карта! Карта! Наконец-то! Морис, да ты смельчак! Держи! Спасибо, Морис. А когда выберемся, обязательно проверься на бешенство. Что? А? Морис, вставай, я же пошутил. Мы остались без еды. А вот и нет, я спрятал бутерброд. Какой же ты умный. Я устал. Больше не могу. И тигры мне не нужны. Не бойся, Морис. Вместе мы обязательно найдем выход. Привет, паучок. Можно я тут пройду? Что там? Да просто паучишка. Тут целая армия пауков! Вот поганцы, украли мой бутерброд. Плохие пауки! Брэмбл! Бег! Звук идет оттуда. Бежим! Брэмбл! Где вы, парни? Сюда! Брэмбл! Тупик! Кристи, ну где же ты? Держу! Ничего себе пропасть! А? Тут сквозняк, чувствуете? Раз тут сквозняк, значит, должен быть выход. Это то, что нам нужно. Осторожней, Вик! Вик, ты там что-нибудь видишь? Порядок! Можете спускаться! А? Понял! Глаза мне верю. О, пещера кристалла. Надо сделать фотки, чтобы показать Бриару. Эй, смотри, там есть вода. Ты чего? Это ж кипяток. Правда? Точно кипяток? Как странно. Потрясающе! Кристаллы! Им, наверное, миллионы лет. И стоят они целое состояние. Правда? Конечно! О, тут очень жарко, ребят. Пойдемте отсюда. Ты прав. Но как? Даже не думай об этом. Наверху выхода нет. Мы это знаем, так? А если мы пойдем вдоль реки, то она нас куда-нибудь выведет. Может, даже наружу. Да-да-да-да-да. Отлично, пойдем вдоль реки. Что? Вдоль реки? О, да. Я, пожалуй, сплаваю на разведку. А вы ждите здесь.
Стой! Поодиночке ходить опасно. Разделимся на пары. Я пойду с тобой, но знаешь, я не умею плавать. А я умею. Я буду ждать вас здесь. Ну, вот, надо подтянуться. Только не забудьте вернуться за мной. Осторожнее там. Не волнуйся. Вы такие храбрые. Да, наконец-то карта. Вы, сэр, настоящий гений. Пещера кристаллов? Ух ты! Ай, смотри, там вода! Острый как нож! Ты чего? Это ж кипяток! Кипяток? Ах да! Кристаллы формируются при высокой температуре. Надо убедить их залезть в воду, и оттуда они уже не выберутся. Они застрянут, и уж тогда-то я заполучу карту! Ха-ха-ха-ха! Не зря все-таки не спал на уроках географии. Ха-ха-ха-ха! Пока, лузеры! Поплавайте пока с рыбками! Ха-ха-ха-ха! Поверить не могу, что Моррис предал нас после всего, что мы пережили. Он забрал все наши вещи, а нас бросил. Я не хочу навеки оставаться в этой пещере. Что же нам делать? А ведь дальше нас ждет река кристаллов. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой. Я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. День за днем и год за годом, в дождь, в грозу и непогоду нашу дружбу мы храним. Жизнь большое приключение, много разных увлечений ждет, так скорее вперед. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой, я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. Лес, река, моря и горы — это мой дом.